МЧС патрулирует места отдыха югорчан возле водоемов. В выходные в Югре обещают теплые, значит, на реках и озерах будут собираться компании. Спасатели разъясняют о возможных опасностях, как весомый аргумент количества погибших на воде. За полтора месяца с мая по июнь в регионе утонули 8 человек. Сертифицированных пляжей на территории Востока Югры не так уж и много. Три из них расположены в Нижневартовском районе, один в Нижневартовске у базы «Голубое озеро». Однако горожане чаще бывают на озере Комсомольском, у которого очень удобное расположение, практически центр города. Отдыхающих здесь можно встретить при любой погоде, но сам водоем не обследован водолазами и не оборудован спасательным постом. И такая ситуация, отмечают инспекторы ГИМС, практически в каждом муниципалитете. Желательно, чтобы ездили на базу отдыха, где пляж оборудован, установлены спасательные посты и допущены к эксплуатации водные объекты.